Вот этого не было ничего. Не висели. Качели. Детская площадка по улице Репина в поселке Аше появилась совсем недавно. Сегодня ее посетил председатель городского собрания Сочи. Новые качели, горки, турники, лавочки – все это обошлось в 300 тысяч рублей. И такой важный для района социальный вопрос удалось решить благодаря совместной работе Совета ТОС Аше и трех депутатов 15-го избирательного округа. Мы не можем каждый день присутствовать здесь. Но здесь и от администрации города также. Здесь тоже нет ни сельского округа, да, администрация сельского округа. Здесь не размещена районная администрация. Поэтому самое главное здесь, на этой территории, человек – это председатель ТОСа, который и говорит о тех или иных проблемах. А проблем в поселках достаточно. И главное – начинать с важного, говорит председатель ТОС Аше Игорь Дубов. Все необходимые дела он сначала обсуждает с жителями поселка, а потом передает депутатам. Обратный ответ мы слышим. Ну, конечно, и от администрации Лазаревского района, но в большей степени именно от депутатов. Значит, ну, особо хочу сказать про Филонова Виктора Петровича. Это как вот он был начальником нашим главой района. До сих пор палочка-выручалочка. За этот год на выполнение наказов избирателей, проживающих на территории 15-го избирательного округа, уйдет порядка 9 миллионов рублей. Значительную часть средств потратили на ремонт дорожного полотна и установку уличного освещения. Новые фонарные столбы по улице Репина уже появились. Планируется, что они заработают уже к 15 ноября. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.